Ну, еще зима впереди, сейчас с Москвы к нам придет. Там морозы-то видели какие? Минус 30 точно есть. Новости о московских морозах сразу вызвали обсуждение среди самарцев, ждать ли аномальных похолоданий и у нас. Синоптики отвечают, уж точно не в ближайшую неделю. Температура днем будет держаться в районе минус 12, а это для января норма. В принципе, погода уже похоже на январскую. Это не то, что было в начале января, которое вот напоминало нам октябрьские температуры. А сейчас более-менее такой стабильный температурный режим. Особых морозов мы не ожидаем, сильных морозов мы не ожидаем. Среди горожан есть мнение, что ждать морозов стоит к крещению. Статистика, правда, говорит обратное. Но прогнозы давать пока рано. Вообще-то мороз всегда был. Где-то, наверное, градусов 20-25 обычно. Ну, это, знаете, те времена, когда жил Пушкин и капитанскую дочку создавали. Тогда действительно были морозы по 30 с чем-то. Это в этих местах примерно. Но сейчас, вы видите, вся погода меняется немножко. Статистика вот последних 30-35 лет показывает, что в большинстве случаев в это время стоит теплая, комфортная погода, то есть сильных морозов обычно не бывает. То есть может быть накануне или после крещения. Впрочем, статистика – это скорее тенденция, а не правило. Так что ждут ли нас крещенские морозы в этом году, синоптики скажут только к концу недели. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».